Твоя жизнь и жизнь твоей бабки на кону. И все это из-за твоего папаши. Сообщения в социальной сети хабаровской школьницы. Подобные присылают ежедневно. А чтобы поняла всю серьезность ситуации, обещают сделать жизнь невыносимой. Так действуют коллекторы. Пытаются выбить относительно небольшой долг по микрозайму у отца девушки. Ну а в качестве объекта шантажа выбрали семью. Собственно, свое обещание испортить жизнь уже выполнили. Недавно все друзья и родственники школьницы получили рассылку с некими фотоколлажами. Характер снимков порнографический, а главная героиня – дочь должника. Непристойное, скажем так, творчество, понятно, анонимное, но коллекторы и не скрывают. Поработали в фотошопе исключительно для того, чтобы ускорить получение денег. Вот только явно перешли черту. Шантаж, угрозы и непотребные эксперименты с фото несовершеннолетней заметили в Следственном комитете. Региональный СКАЙ сейчас проводит проверку. По итогам будет принято процессуальное решение. Это цитата из официального сообщения. В студии Николай Соколов. Николай, приветствую вас. Здравствуйте. Ну, собственно, методы агентства говорят о том, что в госреестре его вряд ли найдешь. Ну, судя по всему, методы эти поменялись, и не случайно. Интернет выбирает для того, чтобы скрыть доказательства. Кажется, что мы видели десятки их способов запугивать клиентов кредитных организаций, но теперь они все чаще действуют именно в виртуальном мире. Быстрее и дешевле. Репутация клиента старшего поколения неинтересна. Цель – запугать детей заемщика или его друзей. Если держать в страхе не получается, то действительно пытаются опозорить. Я уже от друзей узнала, то, что это идет по сети, и то, что всем сообщения прислали. В истерику меня это ввело. Теперь фотографии Светы имя изменили, гуляют по просторам интернета. С помощью банального фотошопа изображение школьницы на сайтах порноиндустрии. Здесь сейчас, помимо того, что с девочкой должны работать психологи, необходимо сделать все для того, чтобы удалить эту информацию из всех социальных сетей, а расходы возложить на этих лже-горе-коллекторов. По словам местных СМИ, отец девочки брал микрозайм в обычном павильоне организации «Росденьги». Но, кажется, сотрудников этой конторы действия коллекторов даже веселят. Вы согласны со мной разговаривать? С вами нет. Не только с сотрудниками полиции. И все вопросы к руководству. Всего доброго. Давайте свяжемся с руководством. Пожалуйста. Информационная доска, номер горячей линии. Звоните. Закон о коллекторской деятельности вступил в силу в этом году. И, конечно, подобные методы запретил. В документе даже прописано четкое количество и временные интервалы телефонных звонков заемщикам. А еще подразумевается, что фактически коллектор, взыскатель долгов, должен помогать взаимодействию финансовой организации и заемщика. Ведь жизненные ситуации бывают разные. Профессиональный коллектор обязан записывать свои разговоры, то микрокредитные компании не записывают свои разговоры и не обязаны это делать. Если мы обязаны нанимать сотрудников только без судимости, это проверяется Федеральной службой судебных приставов, которая осуществляет надзор за коллекторами, то в данном случае микрокредитная компания нанимает бог знает кого. Даже после принятия закона многие коллекторы требования этого закона не выполняют. Как правило, бывшие, часто уволенные работники правоохранительных органов, имеющие доступ к базам телефонов, хорошо знают методы воздействия криминального мира. А еще это бывают люди, которые вышли недавно из мест лишения свободы. Угрожают не только размещением непристойных, выдуманных фотографий, но и грязными слухами о должнике. Если это не помогает, то используют прежние методы. В Казани угрожали ветерану войны, причем по просьбе компании-поставщика услуг ЖКХ, а в Уфе – молодой маме. Выламывали чуть ли там дверь, угрожали поджечь квартиру, запугали всех моих соседей, выбили везде лампочки в подъезде. Истории россиян, попавших в лабиринты коллекторских издевательств, даже сняли в кино. Причем роль коллектора сыграл известный актер Константин Хабенский. По словам сценаристов и продюсеров ленты, фильм получился о наболевшем и собрал даже кассы в кино. На мое счастье, я, конечно, не имел никакого контакта с коллекторами, но когда сценарист готовил проект, он много интересовался, советовался с настоящими коллекторами, и думаю, что, по сути, такая ситуация вполне могла быть в реальности. К тому же наш проект – это в первую очередь драма человека. Семья из Хабаровска уже обратилась с заявлением в полицию, но, возможно, в этой истории будут и другие службы. Как уверяют наши местные коллеги, эта микрофинансовая организация уже использовала похожие методы воздействия, а значит, пострадавших клиентов может быть гораздо больше. Николай Соколов о целях и средствах.